Бадр Харий, Алистер Оверим. Полуфинальный бой. Первый полуфинал токийского гран-при K1. Чемпионат мира, можно так сказать. Главный турнир года. Алистер Оверим уверенно вышел в финал, уронив в первом раунде Тексиеру. Ну а Бадр Хари со своим извечным уже оппонентом Русланом Караевым встретился в четвертьфинале и тоже завершил бой досрочно нокаутом. И вот сейчас два этих нокаутера сошлись в полуфинале. Алистер Оверим, Голландия, клуб Golden Glory. Боец ММА и в К1 выступал, умеет и бороться, умеет и наносить удары. Силище неимоверный. А это Бадр Хари. Сегодня он в ударе и готов встретиться с кем угодно. Марокканский воин. Сейчас его зовут Golden Boy. Алистер внимательно взглядом провожает своего соперника. Предстоит нешуточная битва. И Майкл Баффер жмется канатом. На всякий случай подальше от этих грозных людей. Три раунда по 3 минуты. Алистер Оверим. Выдающийся, мощный человек. Очень отважный. И готов к подвигу. Бадр Хари. Человек-меч. Готов все на своем пути рассечь. Включился. До этого в каком-то анабиозном состоянии находился. И вот сейчас схлестнутся два могучих и грозных воина. Алистер Оверим, Бадр Хари, полуфинал токийского и самого главного события 2009 года, итоговый гран-при К1. Как они глядят друг на друга. Только что искры не посыпались от касания перчатки о перчатку. И Алистер тут же сносит Бадра Хари после первой попытки Хари что-либо сделать. Бадр Хари в красных перчатках, Алистер Оверим в синих. И первый хук справа Хари наносит. Оверим тут же идет в клинч. Пропустил несколько ударов. Удары Хари чугунолитейные. Вы слышали удар? Это по туловищу Бадр Хари ударил. Алистер пока еще не попал в ответ ни разу. До этого в предыдущем бою Алистер умудрился поймать Бадр Хари и наказать его. Вы чувствуете, какая мощь? Сносит, как перышко ветром. Попадание было, и
Алистер падает. Пытается подняться. Сможет ли? Стоит на коленях. Это был нокдаун. И очень тревожный нокдаун. Вот он, удар Бадра Хари. Обычно Хари не отпускает после таких ситуаций. Главное Алистеру сейчас не раскрыться, не прозевать. Останавливает бой рефери. Почему-то очень рано остановил этот поединок рефери. Но были очень тяжелые попадания. И, видимо, решили не испытывать до конца Алистера Оверима на прочность. Да, да, да. Это победа. Бадр Хари выиграл этот бой. Выиграл матч-реванш. Выиграл, вне всякого сомнения. Конечно, вот немножко спорный момент, был ли нокаут. Но то, что Алистеру досталось по полной программе, это ни у кого сомнений не вызывает. Вне всякого сомнения, удары были очень тяжелыми. И, конечно, вот этот хайкик слева, наверное, поставил точку. С левой пытался апперкотом подцепить еще Хари. Немного не достал. Могучую шею пришелся удар. Получилось это падение. Да, глаза закрылись у Алистера. И до этого ноги поехали в разные стороны. Вот тебе и мощь. Вот себе и атлетическая фигура. А вы обратили внимание, как волна прокатилась по телу, по мускулатуре Алистера Оверима от головы до поясницы. Тяжеленный удар, конечно. Как выстоял Алистер? Да. Молодчина, Бадр. Ничего не скажешь. Бадр, ну что ж, слова уважения тебе. Ты уложился в 3 минуты. Как, доволен этим боем? Ты так планировал? Да, я говорил людям еще вчера. Это хороший боец ММА, но ему не биться против нас. Против нас ему не выстоять. Ну что ж, тебе еще остался бой с Реми, а может быть с Сэмми. Ну что ж, увидим, говорит Бадр. В любом случае, поздравления и пожелания удачи. Ну что ж, Алистер, ты устроил фантастический четвертьфинал, а в полуфинале ты проиграл. И теперь ты знаешь, что Бадр ответил тебе как следует. Ну что случилось? Я наносил удары, я бил и бил. Но, может быть, я не был серьезно потрясен. Я довольно быстро восстановился.
останавливался. Да, один раз я упал. Я уважаю Бадра Хари, это хороший боец с хорошим ударом. Но в то же время, мое мнение, второй раз не было нокаута. Он пробил хороший кик. Ну, через секунду я уже был готов биться. Мы, конечно же, слышали здесь, в коридоре, все говорили, что ты нанес удар Тексиере в клинче дважды, причем коленом, и это не совсем по правилам, это дисквалификация. Да вы знаете, ничего здесь такого нет. Меня атакуют, я атакую, наношу удар коленом. Все, наверное, в пределах правил. Ну что, будешь биться в K1? Вне всякого сомнения. В следующем году? Да, я готов выступать в турнире 16. Ну что ж, ММА тяжелее, чем К1. Я могу говорить, основываясь на своем опыте. И прежде я бился с парочкой топовых бойцов К1, также сражался с топовыми ММА-бойцами. Я думаю, что ММА все-таки выше уровнем и тяжелее, чем К1, но это никак не умаляет достоинства поединков К1, просто это немножко другое, потому что более тяжелая работа, может быть. А здесь раунд 3 минуты. Ну что ж, увидим тебя в следующем году. Что ж, удачи.